Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, где сегодня мы будем играть в симулятор хирурга в самом Майнкрафте. Да, ребята, это карта, сразу бы хотел сказать, кто хочет поиграть, ссылочка на эту карту в описании, заходите и скачивайте. Многие знают, что это за игра, в принципе, многие видели, как популярные ютуберы в нее играли, тот же PewDiePie, да, в принципе, многие, кто играли, если честно, эта игра популярна своим бредом, можно и так сказать, и сейчас в этой серии я попробую осуществить вот этот бред в самом Майнкрафте, ребята, но перед этим я бы хотел очень сильно попросить поставить лайк, ведь если мы наберем 700 лайков на вот этой серии, то следующая серия симулятора хирурга выйдет в ту же секунду, потому что я сделаю эту серию специально для вас. Вы выбираете, когда выйдет новая серия. Сегодня, через пару минут или завтра. Поэтому, ребята, 700 лайков, сразу же выходит следующая серия. Предпоследняя это... Оставьте свой комментарий, потому что я отвечаю на вопросы подписчиков. Если хотите со мной пообщаться, я с удовольствием на него отвечу. И последнее, это вступайте в нашу большую дружную семью. Я буду рад каждому новому подписчику, который на меня подпишется. Поэтому, ребята, сразу же приступаем. Давайте посмотрим, что же нам предстоит сейчас сделать. Старт Surgeon Simulator. Да, тут больше ничего нету. Там еще какие-то кнопочки. Night, ага, это ночь. Но я не хочу ночь. А тут день, да, день, нифига себе, вот круто это сделали, круто. И сразу же приступаем. Welcome to Surgeon Simulator Update 1.5. То есть, видите, эту карту постоянно обновляют. By Josh Black Hills, да, это создатель этой карты. И что мы сейчас будем делать? Нажми на кнопку, чтобы начать первый уровень. И, пожалуйста, поставь свою сложность на нормальную. На нормальную, да, у меня уже сразу нормально стоит. Поэтому, ребята, не нарушаем правила. И сразу же приступаем. Фух, так. Это то, что ты должен сделать. Найти сердце, возьми это и помести его в ящик, да? То есть, внимание, не позволь железным блокам упасть на плиты. Ага, ясно. Дальше. Первый уровень, пересадка сердца. Злой ученый, злой доктор Эдисон приступает к заданию, но перед этим он оденет свои наушники. Потому что мне интересно послушать, что же тут будут ли тут вообще какие-то звуки. Так, это что? Ага, то есть это приспособление. Доктор, ага, скальпель и кирка. Это мы одеваем. Сейчас, ребята, посмотрим. Ух, мы прям доктора настоящие. Уровень 1. Ну что, нам нужно пересадить сердце. Так, давайте посмотрим на этого чудика. Здрасте, здрасте, закрыл глаз. Ты что от меня хочешь? Подойди сюда. Я подошел. И что тут? Так, ему нужно сердце пересадить. Значит, сердце у него находится вот тут. Вот тут у него сердце должно где-то находиться. Вот тут. Это, я так понял, сердце, да? Тут у нас ничего. С правой стороны нету вообще смысла смотреть, потому что там сердца не может быть. Мне просто интересно, что тут. А, тут просто ребра, поэтому туда мы смотреть не будем. А вот тут, я так понимаю, да, вот, если бы мы позволили упасть блоку вот сюда, нам бы была жопа. Это сердце, ребята, давайте мы его сразу же забираем. Ставим ребра назад. Будет у нас бессердечный молодой человек. Бессердечный мы забираем и сюда, да? Помести сердце вот сюда. Ага, ясно. Опа! Салютики! Новый год! Новый год! В принципе, ребята, наверное, сейчас все уже ждут Новый год, да? То есть лето закончилось, следующий праздник Новый год. Я, если честно, тоже очень жду. Так. Это второй уровень, да? Что ты должен сделать? Ты должен уничтожить меч в теле рыцаря. Нифига себе, операция на рыцаре. Дальше. Останови кровотечение с редстоун блоком. Ясно? Ясно, понятно. Второй уровень, умирающий рыцарь. Рыцарь, не умирай, мы тебя спасем. Так. Ага, вот у него кровотечение. Давайте возьмем приспособление. Ага, стоп the bleeding и скальпель. Понятно. Так, вот это меч, вот это его воткнули в печень или куда там. Рыцарь, не умирай, рыцарь, мы тебя сейчас спасем. Так, нам нужно в первую очередь уничтожить меч, как я понял. И кровотечение, и остановить. Все.
Это, если честно, было даже очень сильно простенько. Мне кажется, это еще проще, чем первое же задание. Но все же, ребята, кровь, ребята, я весь в крови, я не хочу кровь. Убирайся, кровь, убирайся. Это, в принципе, тоже, наверное, можно выкинуть. Так, третий уровень. Робот-систем, то есть система ладно. Что ты должен сделать? В этом уровне ты должен прооперировать поломавшегося робота. Ты должен найти подходящую комбинацию для системы робота. Приступаем? О, мать твою. Что нам тут делать? Робот, робот. Приветушки, как делишки, ты очень красивый, но мы сразу же тебе делаем операцию. Так, что мне тут вообще нафиг нужно делать? Робот-систем, система робота... Так, ладно, сейчас, это что? Что мне вообще тут сделать нужно? Так. Ладно. Я, наверное, уже что-то напортачил, как я понял. А есть ли у нас вообще тут кирка? Нет, кирки у нас тут нету. Как я уже понял, я тут что-то напортачил. Ну, ладно, сейчас давайте посмотрим. А, как я понял, это нужно передвинуть на каждый блок. Вот, допустим, где у нас тут? Вот. Да, вот это включилось, значит, вот так. Так, это я уже понял. Как тут нам бы это передвинуть? Как бы нам передвинуть вот это? Вот тут я, ребята, хреново, вот тут я напортачил, потому что если бы я вот это не передвинул, я бы сейчас мог это сюда передвинуть, потом это сюда передвинуть. Сейчас я уже не знаю, что нам делать, если честно. Ладно, давайте тогда попробуем, если тут еще что-то другое. Вот так, да, вот это все очень легко. Но вот это сейчас с этим, ребята, тут проблема. Я не могу вот это передвинуть сюда, потому что... А ты мать твою. Если бы тут был липкий поршень, то да, я бы его засунул обратно, и это было бы очень даже просто. Ага. А вот сейчас это вообще очень хреново. Я сейчас еще хуже сделал, чем было. Так, ладно. Может, как назад сдвинуть нельзя? Я, ребята, тут уже, короче, напортачил. Офигеть как. Я это даже поставить не могу. Так... Ладно, тогда сейчас, ребята, секунду. Вот, ребята, я вернулся, мне пришлось перепроходить эту карту заново, но для вас это было всего лишь одна секунда. Ну что, давайте опять попробуем, если я опять что-то тут не напортачу. Это сюда, это понятно, да? Это понятно. Давайте сначала... Так, сейчас это сюда. Сейчас это сюда. Сейчас это сюда. Так, все, замечательно. Все, что осталось, это... А что нам осталось? Ага, вот так. Все, робот заработал. Робот, наш терминатор. Все работает, все работает, все работает. Я не знаю, честно, ребята, Happy Clown. Может, на этом мы уже будем заканчивать, но если вы имеете желание, все-таки... Ладно, ребята, давайте специально для вас я это сделаю. Счастливый клоун, что тебе нужно сделать? Ты должен найти нужное место для сердца. Ясно? 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 Так, вот. Клунишка, мы тебя спасем, сейчас попрыгаем на твоем зеленом носике и спасем, я надеюсь. Нужное место для сердца. Нет. А нет? Так, я правильно понял. Мне там написала Look out, this is TNT. То есть это TNT, беги, беги, то есть с этого, с человека, да, то есть с клоуна. И я думал, о твою мать, мы завалили задание. Но потом мне написало, что я задание выполнил. Так. О, пятое задание, это у нас херабрин. Что тебе нужно сделать? Ты должен закончить Redstone Snake, редстоновую змею, и убить все вирусы, и в теле Херабрина
и потом ты должен найти выход с лабиринта. Ага. Ага. Ну, ребята, мне кажется, это мы уже сделаем в следующей серии. Ребята, я и так специально для вас прошел не 3 там миссии, а 4. Я надеюсь, то, что вам это все-таки понравилось. Я очень буду этому рад. Ребята, я еще раз повторюсь, набираем 700 лайков. В ту же секунду выходит следующая серия. Я прям... зуб! Даю тебе зуб, Вася, честное слово. Поэтому, если вы хотите видеть следующую серию симулятора хирурга, хоть через 10 минут поставьте лайк. Как только мы наберем 700 лайков, в ту же секунду выйдет следующая серия. Ребята, предпоследнее, не забываем оставлять комментарии. Я общаюсь со своими подписчиками. И последнее, вступайте в нашу банду, в нашу дружную семью. Я буду очень сильно рад. Все, что тебе требуется, это просто-напросто подписаться. А сейчас мы будем заканчивать. Специально для вас я выложил ссылочку на эту карту в описании. Заходите и тоже побудьте хирургом-убийцей, если вам это все-таки хочется, и не нужно искать карту, потому что я за вас это уже сделал. Ребята, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.